мы берем на себя обязательство поддерживать, старайся. Мы делаем молча, без шума, без гамма. Мы считаем это святым делом. Вообще изначально настрой был только на победу, только на первое место. Поэтому так и получилось. Я очень доволен и очень счастлив. В этом действительно результат вот этой колоссальной работы под вашим руководством, Владимиром Митрофановичем, и тренеров. Вот это результат, этим можно гордиться. И уверен, что наши кременчужане тоже будут теперь более внимательно следить за твоей спортивной карьерой в надежде на то, что Олимпиада в Париже пройдет с участием еще одного кременчужанина. Наверное, один из первых молодых спортсменов, который получает подяку міського голови с нагрудным знаком, это король. То есть это действительно результат, это действительно заслуга. Оставайтесь гордым, так держать, горным и боевым.